вот, и вот, везде, все. Уже сколько человек спрашивают за сигареты. У меня нет сигарет. Да, вот я купила вам, принесла. Я же не знала. И что вы продаете? Газетки, моя любовь. Вы что покупают? Ну, вы, кому надо, тот возьмет, доченька. Гривна вот на эту неделю с программой. Публика, семья, почитать из рук в руки. Вон, тигры есть. Сейчас год тигра. Плакаты красивые, два красавца. Православные есть. Что вы не боитесь? Да ну что ж боитесь? Ну что ты меня спрашиваешь? Тут и так дурно. Она меня пришла интервью спрашивать. Сейчас будете домой? Я только что вышла. Идите. На полчасика. Ідіть домой, тому що танки їдуть тут. Де? Тут небес. Ну там є танки, там попереду у вас. Де да. Попереду? Тут от там. Ну тут зранку от там, да? Так. Тут їздили. Так я йду домой. Ну, давайте, збирайте і йдіть. Доченька, я тебе люблю, дівчатка моя. Щоб ти, щоб мене не застрелили нахер. Да? Да. Пристрелят і все. І буду я така жучка, бабушка, зі слізами на глазах. Бабушка Люда, ой, блядь. Когда же этим танкам конец, доченька? Да. Когда же этим танкам конец, а? Кто-нибудь знает? Никто нифига не знает. Это говорит, боже, то Путина надо, блядь, отрезать ему яйца. Отрезать ему что-нибудь, блядь, чтобы он, блядь, сдох. И спрятался его нигде, он боится из чужих и своих, чтобы его не отравили. И он боится всех. Так, збирайтеся. Подожди. Давай. Меня секунду. Да, збирайтеся. Моя, да, збирайся, да. Дай Бог тебе. А я тут рядом, вон дом на той стороне, на углу. Mm-hmm. Я просто вышла на полчасика. Я выходила в субботу, в воскресенье, бо много гривны оставалось у меня. Я выходила, девочка. Что-то тебе подарить? Не, не надо. Давайте что-то подарю. Я тебе что-то подарю, моя любовь. Ну что, дети мои родные, чтоб вы были здоровы. И детям нет жизни с этой жизнью. И детям нету жизни. Я уже старая, мне будет в марте, если доживу, будет 77 лет. А я еще лажу. А я еще лажу. Доживете. И 77, и 78 будет. Ну, я вспомню твои слова. Как вас звати? Людмила Николаевна, бабушка Люда. Бабушка Люда, все будет добре. Слышишь, Дося, меня на рынке, я вообще на рынке, рынок сегодня, говорят, выходной. Меня на рынке там один и второй бабуся. Я говорю, какая я тебе бабуся, если я еще газеты продаю. Шучу. Какая я тебе бабуся. Моя девочка, спасибо тебе на добром слове. Дай Бог тебе здоровья. Пойду домой. Угу. Вы недалеко туда, так? А вот дом напротив. Ага. На той стороне. Пойдем. Я тебе очень благодарна. Да. Моя любимая. Довезете это? Да, оно не тяжелое, оно легкое. Он, видишь, все закрыли. Все, блин, закрыли. И колбасы, и шпасы, и хуяс. Все закрыли. О, что? Это что, у кого телефон? Это тут у людей. Да, идите, потому что едут там. А? Небезопасно тут. Значит, на привокзальной площади движение по кругу.